В Мозырскую милицию поступило сообщение. Выпивший молодой человек сел за руль микроавтобуса. Госавтоинспекторы оперативно отреагировали на звонок. Водитель предполагаемого автомобиля подтвердил подозрения своим поведением. Он проигнорировал требования сотрудников ГАИ об остановке, а после попытался скрыться по центральным улицам города, причем в час пик. В течение 10 минут, а именно столько длилась погоня, водитель не раз создавал аварийные обстановки. Перекрестки проезжал на запрещающий сигнал светофора, подрезал автомобили, выезжал на полосу в встречного движения и даже зацепил бордюр своим автомобилем. Необычно то, что, скрываясь от правоохранителей в нарушение всех существующих дорожных правил, водитель о каждом своем маневре предупреждал включением указателей поворота. Гонщика задержали. Им оказался 27-летний мазырянин, который всего пару месяцев назад был лишен прав за то, что сел пьяным за руль. Сейчас он также управлял авто, будучи нетрезвым. Помимо внушительного штрафа, ему грозит конфискация транспортного средства. 7 апреля в 17:50 в Мозырский РОВД поступило сообщение о том, что от Мозырской городской больницы отъезжает бус белого цвета, водитель которого находится предположительно в состоянии алкогольного опьянения. Неоднократные требования сотрудников об остановке транспортного средства водитель проигнорировал и начал скрываться. Преследование осуществлялось по улицам города Мозыря. При этом водитель грубо нарушал правила дорожного движения и создавал угрозу безопасности дорожного движения. На улице Советской данный водитель был задержан. Им оказался житель города Мозыря 1989 года рождения, который от прохождения медицинского освидетельствования отказался. В отношении водителя составлено 8 административных протоколов. За 3 месяца этого года мозырские госавтоинспекторы задержали 78 нетрезвых водителей. Также один автовладелец, находясь в состоянии наркотического опьянения, выезжая с парковки задним ходом, не заметил и сбил пенсионерку. Виктория Синицкая, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь».